опята. Ты всегда хотел узнать, как же горят 1500 спичек одновременно, но мама тебя постоянно ругает за действие юного поджигателя. У тебя сегодня появился шанс, потому что сегодня специально для тебя я подожгу 1500 спичек одновременно. И для этого нам понадобится 4 упаковки спичек. Ну, примерно там будет 1600 спичек, но давайте округлим, поэтому будет 1500. И для начала, чтобы провернуть нашу стимахинацию, мы откроем 4 коробка спичек. И давайте же будем собирать их в единую композицию букет флористика на изоленту. И путем собирания лего 15 минут у нас получилась вот такая заготовка, и таких заготовок мы сделаем на остальные спички. И спустя час у нас появились вот такие заготовки, и теперь мы их соединим все вместе. Ну вот и все, наша бандура готова, теперь пойдемте ее подожжем. Если тебе понравилось это видео, то почему бы не подписаться на мой канал, мне будет очень приятно поставить этому видео лайк, и пока! На самом деле вы не подумайте, что мы взяли и оставили эту фигню, сейчас оператор ее затушит. Блин, шашлыка не хватает.